В Люберцах прошли публичные слушания по проекту бюджета городского округа на 2024, а также плановый период 2025 и 2026 годов. Главный финансовый документ основан на прогнозе социально-экономического развития, основных направлениях бюджетной, налоговой политики и муниципальных программ. Подробности в материале моих коллег. Общий объем доходов бюджета на 2024 год составит 18 миллиардов 437 миллионов рублей. Расходная часть превысит 19 миллиардов. Денежные средства распределили по 17 муниципальным программам. Основным направлением бюджетных расходов традиционно остается социальная тема. Муниципальная программа образования. Расходы составят 9 миллиардов 603 миллиона рублей, что на 10,7% больше текущего 2023 года. Средства будут направлены на содержание наших учреждений образования 8 миллиардов 187 миллионов, на питание обучающихся в школах 387 миллионов, субсидии частным садам и школам 347 миллионов, также на благоустройство территории, капитальный ремонт благоустройства гимназии 18, 155 миллионов. Средства предусмотрены на строительство социально важных объектов. Кроме того, бюджет городского округа направит на модернизацию детских игровых площадок, благоустройство Наташинского и летнего парков, обустройство сквера Победы в поселке Красково, а также возведение пешеходного перехода через железнодорожные пути у станции Малаховка. У нас такой поток был обращений, все, что связано с отделением, значит, земельных участков в сельском поселении Ульяновское, это недалеко от Никитского. Задаются с точки зрения в бюджете ли предусмотрены деньги на транспорт, инженерию там, и прочее, да, потому что понятно, что тема многодетных семей, она стоит остро, земельные участки выделили, понятно, что люди получили эти земельные участки, они теперь думают, а помогут ли им благоустроить эту зону. Да, действительно, в 2024 году запланированы средства в рамках муниципальной программы развития функционирования дорожно-транспортного комплекса в сумме 10 миллионов рублей на получается, обустройство подъездных путей и градирование внутриквартальных дорог. Публичные слушания признаны состоявшимися. Основной финансовый документ будет доработан и утвержден на Совете депутатов городского округа Люберцы. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.